На этой фотографии Юрий Гагарин дает автограф корреспонденту газеты «Красная звезда». Снимок уникальный. Сделан он сразу после приземления космонавта в Саратовской области. В госархив он попал благодаря человеку, который стал свидетелем этого события. Фрагмент летописи о застройке Сызрани, формуляр о службе и достоинствах Дениса Давыдова, выписка из метрической книги о бракосочетании Ленина. В Самарском архиве хранится более 2,5 миллионов документов, самые старинные, родом из 17 века. Перед вами, например, указ царя Алексея Михайловича казанскому воеводе боярину Морозову о поместных владениях в Казанском уезде. Документ написан очень специфическим письмом. Это письмо делопроизводства второй половины 16-17 века, так называемая скоропись, на которой писали дьяки, то есть канцелярские работники приказов будущих министерств. И вот он очень с трудом читается. Это один из самых вообще сложных для чтения документов. Особо ценные и востребованные документы самарские архивариусы переводят в электронную форму. Для этого создана специальная информационная система. В ней сейчас хранятся свыше 100 тысяч документов. Это 19 миллионов листов. Оцифровку производят на современном оборудовании, способном отсканировать подшивки документов высотой до 50 сантиметров и весом до 50 килограммов. Чтобы обсудить особенности хранения документов и работы с ними, в Самару съехались архивариусы из 66 регионов страны, а также из Армении и Белоруссии. Всего более 200 человек. Главный вопрос – как сделать архивные документы доступными для всех граждан, чтобы работать с ними было легко и удобно. Исполнение социально-правовых запросов, услуга сейчас она на начальном этапе, только в электронном виде люди оформляют заявление. Нам важно, чтобы люди в электронном виде получили результат, понимаете? Чтобы можно было электронной цифровой подписью заверить документы, человеку не нужно было ехать за оригиналом, скажем, в МФЦ или в госархив. В скором времени любой желающий прямо с домашнего компьютера сможет изучить уникальные документы или узнать историю своей семьи. Алина Чемерис, Сергей Баскин, «События».